Привет всем. Еду на курсы. Дали направление на центр занятости населения. Вот. Сейчас поеду, там как бы институт. Они выдают рабочий ноутбук. И будет обучение онлайн. Полтора месяца буду учиться. Потом буду рассказывать. Новые развязки Ташкентской демократической. Это не видео. Ну, странно, конечно, не видно, да и не слышно. Приехала. Вот голубое здание. Вот это все уже окраина города. Вот этот новый дом. Раньше здесь какие-то гаражи, частный сектор был. Ну, а здесь Приволжский микрорайон, наверное, он считается, 14-й. А вон Заволга. Горы, это уже Заволга. Горы, лес. Там что-то довольно сильно прибавил. Сейчас зайду. Не знаю, как там оформляют, наверное, будет ноутбук. Плохо слышно. Микрофон, который купила, вообще не знаю, куда я его дела. Ну ладно, лиха беда начала. Вот, а потом пройду. Там видно стадион Самара, арена, который был построен. Был чемпионат мира по футболу в России. Ну и в Самаре тоже проходили матчи. И для этого вот был построен этот стадион. Красиво. Ой. А там уже Безымянка, 15-й микрорайон. Я обычно в эту сторону не ездила. Давно уж тут не была. Все в город, да в город. Какое-то офисное здание, там полно их, этих офисов. Сказали, что практику здесь будут проходить. Но я не особо здесь хочу в такую даль ездить. Вот, это на 4-й этаж. Полно всяких. Смотрите, какие часы интересные. Крючком связана салфетка. Механизм с собой. И ходят. Это здесь вот учат рисовать. Я так поняла. Так красиво. Давайте после обеда. Вот кто здесь живет. В этом офисе. Когда какие занятия будут проходить, да. Ну, какие-то вопросы вы будете задавать, если вы там проводите. Ну, да. То есть тоже вот в этом части. То есть то, что интересует вас, он нам скажет. Вот, и еще. Тихо, спокойно. Тут они сидят, телефон разговаривают. Как тебя звать? А? Маня? Как звать? Это Василиса. Гоняет как. Так, ну все. Дали мне ноутбук, на котором учиться. Учебный, он не рабочий. На нем учишься. А по окончании учебы отдаешь назад. Там просто программа уже все установлена. Как бы вот как и вообще пустыня. И вот этот один дом. Не знаю, сколько тут этажей.
20, наверное, что ли. Пятерочку у них вот в доме, площадка. Ну, тут ветраная. Цена, наверное, дикая на квартиру. Приду, посмотрю, сколько здесь квартир стоит. 173, а ташкентская. Сейчас вот отсюда вот видно интересное. Самара-арена. Да, видно. Сейчас туда отойду. Стадион. Коттеджи видно. Вот крыша. Остановка ушла. Следующая.